Ебать, оделся, не? Ебать, брюки, рубашка, даже шкары, даже нормальные, даже чернить не надо. Йо, угадайте, куда я собрался? Ебучий случай. Ебанёть. Наверное, многие заинтригованы, какого хуя я несколько дней назад, блядь, буксовал в поле на четырке, а сегодня, ебать, в рубашке, на съемках. Йо, как это вообще все произошло? Сейчас я вам расскажу. Короче, когда-то, примерно пару недель назад, я где-то в какой-то группе КТВ, по-моему, увидел сторис, типа, кто хочет стать актером, блядь, актером сериала, там, для массовки и так далее, напишите девушке, собственно, которой вы въебали комментарии из прошлых сторис. Вот, я такой думаю, блядь, можно написать, потом думаю, не, буду как долбой, да похуй напишу, мне за это пизды не дадут. Короче, я написал, типа, хочу стать актером сериала, ну и думаю, ну и похуй, я уже забыл за это, короче, прошло там пару недель плюс-минус, и вчера я был в Новороссийске, потом поехал в Туапсе, там Соне надо было что-то, короче, ну, к родителям. И поехал в Черкесск, так как у меня завтра суд. Я думаю, ну, заблаговременно приеду в Черкесск, чтобы меня позвать на суд, потому что это очень важный суд, потому что если я на него не появлюсь, меня просто нахуй лишат. И у меня еще есть небольшая вероятность остаться с правами, но надо появиться там. Ну и, короче, еду я с Туапсе в Черкесск, еду, никого не трогаю. Даже, если честно, не спеша немножко ехал. Ну, на серпантинах там, конечно, дал, но еду такой, блин, ну, как сейчас вот, блин, 80, там, 90, ну, похуй, куда спешить, расход, нихуя, 8 литров меньше было. Ну, короче, суть в том, что еду, никого не трогаю, хуяк, проезжаю Майкоп, мне хуяк приходит сообщение, типа, не хотели бы сняться, типа, там, у нас, я думаю, еб, настал час, все, пизда. Вот. И просто, я говорю, конечно, могу, нихуя себе, съемки происходят в Ростове, ну, сериал непосредственно Каха, и, блядь, поискал. Вот. Я разворачиваюсь в Майкопе, просто, блядь, навигатор вбиваю Ростов и просто еду в Ростов. В общем, были условия, чтобы быть в костюме, ну, короче, в классике. Как вы знаете, я, блядь, всегда в Рибаке оригинал. Вот. Так что, блядь, у меня нет костюма. Я попросил у друга, он у меня был большой, запиздил. Я по левому QR-коду, надеюсь, никто же не смотрит там из Орхана. Ну, это выдуманная история. По левому QR-коду залетел, короче, в торговый центр. Ебать, потратил почти последние бабки. Купил рубашку, блядь, брюки, шкары. Нихуя чуть я не въебался. Все, короче, закупился, ебать, блокнот даже взял. И, короче, пришел. Конечно, моей роли там особо не было. Я просто был в массовке, просто сидел на стуле. Но, нихуя себе, вчера я не сидел на стуле, а сегодня я сидел на стуле. Ну, блядь, что за хуйня сказал? Ну, типа, поняли. В общем, к чему я все это говорю? Я же люблю вас мотивировать, напоминать вам о том, что пару лет назад я, блядь, пиздил с припаркованных машин аккумуляторы, а сегодня я в рубашке. Ну, конечно, после сегодняшнего вечера моя жизнь как не изменилась, но меняется мышление, какой-то опыт, блядь. Ну, прикольно, ну, типа, прикиньте, я недавно вот смотрел на Серга с телефона, блядь, вот с такого возраста, с 13 лет, наверное. А сегодня я, ебать, сидел на стуле, ебать, играл роль сидячего человека на стуле, блядь. Типа, я к тому, что будьте легкими на подъем, едете вы, блядь, в Черкесск на суд. Похую, блядь, все у вас вот так вот. Сейчас я хуярю 400 с хуем километров, утром у меня суд, надеюсь, меня не лишат. Но я к тому, что будьте там, тут, не теряйте никакие возможности, потому что некоторые возможности один раз в жизни только бывают, больше это не повторяется. Поэтому, блядь, вчера отказался бы, я бы сейчас сидел бы, думал, блядь, че я не поехал, ебал я этот суд. А сейчас я, честно, просто охуеваю от скорости набора количества лайков под последним постом. И как бы я пришел к такому выводу, что лайки — это для меня не просто цифра, это просто, это ваша поддержка. Я охуеваю от того, что кто-то так за меня искренне радуются, реально, чужие люди, которых я даже не знаю, там, да, раньше за меня мама радовалась, там, девушка, которая сейчас, блядь, дверь открою, ебаный в рот, что, не могла сама ты? Просто, реально, спасибо огромное за поддержку, это очень сильно меня мотивирует, очень сильно, реально, хочется снимать вам теперь больше контента, какие-то идеи рождать, блядь, надо разъебать! В прошлом сторисе я оговорился, сказал чужие, я хотел сказать незнакомые люди, ну, то есть, ну, по факту, мне незнакомые же, мои подписчики, как бы, лично, но не чужие, уже, блядь, как родные, просто, я вот, когда иду по улице, да, кто-то меня встречает, уже по-братски, все так, уже, как будто ты мой друг, там, о, здорово, как там, как там, как кто, бля, подскажи ты, подскажи кто, я там до кому-то обращаюсь, блядь, если честно, я сам, блядь, подписчиков еще стесняюсь, еще сам не знаю, как себя вести, поэтому родные вы мои.